Здравствуйте! Сегодня готовим рождественский кекс из сухофруктов. Нам понадобятся следующие продукты. Для начала смешаем все сухофрукты. И хорошо нужно перемешать. К маслу добавим сахар и хорошо растереть. По одному добавляем яйца. Добавим тертый миндаль. Просеиваем сюда муку. Получается вот такое тесто. Добавим сухофрукты и все перемешать. Выпекать в разогретой до 150 градусов духовке 2,5 часа. На следующий день покрываем кекс марципановой массой. Предварительно нужно смазать кекс абрикосовым вареньем. Через день покрываем кекс сахарной мастикой. Предварительно смочим его водой, чтобы мастика хорошо прилипла.
Я украсила кекс снеговиками из сахарной мастики. Коричневых оленей я сделала из мастики, покрасив ее экстрактом кофе, чтобы получился вот такой коричневый цвет. Рожки для них я сделала из снежинок. Снег я сделала из горошин сахарозаменителя. Вот кекс готов. Приятного аппетита!